Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор последнего суперпитомца. Я прокачал его на максималку и решил потестировать в интересной сборке с Зефиром. Чем герой, точнее питомец, хороший? На максималке на 9 левеле, давайте даже не отсюда зайдем, отсюда. Вот такие вот у меня на нем статки. Cold Drake, морозный дракоша, холодный дракоша. Ну, стабильная первая это атака, еще раз атаку добавил, плюс точность. Плюс 10 тысяч точности, ребят. Плюс уклонение. О, с Новым годом, короче. С 2020. В итоге, какие статы вы видите внизу. У нас получилось атаки плюс 8200. Также дополнительно точности немало. Так, 7700. И уклонение 2000. Ну, долго я на него тысяч, наверное, 200-300 слил, пока я его доделал. А что у нас в итоге получилось по герою? У меня сам Зефир тоже зарунен на точность. То есть он полностью с точностью. А в итоге у моего Зефира точности получилось 26, почти 27 тысяч. Почти 27 тысяч точности у героя. То есть, по сути, от него никто уклоняться не должен. Потому что такого, ну, такое уклонение единственное, кто может там лис набрать. Там еще нет несколько героев. И то, опять же, это один на один. То есть, вряд ли они будут улетать. Крит резиста 5100. Крит дамага 2600. Но это уже статы от титула. То есть, титул реально дофига дает. Решил я протестировать вот такую вот сборку со станом и плюс питомец. Что сам питомец делает? Так, поехали обратно. 465 дамага всем летающим вражеским юнитам каждых 5 секунд. Также замораживает на 2,8 секунды с 5. Его начали использовать на архидемоне. В принципе, архидемон у него, если я не ошибаюсь, нету иммунитета к заморозке у многих. Также дополнительно он дает дружественным героям, которые в зоне действия, 18% отражалки. То есть довольно-таки неплохой, я вам скажу, супер пэт. Но, зная, сколько на это все уходит, я показывал видос, где я прокачивал супер питомца обычного, не мутировавшего. Там, в принципе, одинаково все. Там за каждый левел по 250. То есть, начиная с 25-го, это там 2500. И до этого еще там 1004, короче, только на левела. И там 1002, как минимум, а то и 3. То есть, 1007-8 вам надо снеков, чтобы прокачать питомца одного до максималки. Это просто нереально, я скажу. Для бездоната, ну, реально через пару десятков лет. На некоторых серваках дают нормально снеки, но на некоторых их не хватает. Донатом собрать тоже не очень легко. Вот, поэтому супер питомец, конечно, это крутая тема. Поехали, посмотрим его в действии. Так, Мэри, оккультист. Ой, отлично, я хочу через Мэри зайти, посмотреть, как мой Зефир сольется с точностью. Вот смотрите, видите, проходит заморозочка, плюс проходит у нас еще дополнительный стан. Но против Мэри теперь мой Зефир просто получает максималку отражалки. То есть, если бы у меня не было столько точности, возможно, я где-то бы миссовал. Но сейчас я просто получаю вот еще одну Мэри. Поехали. Будем получать еще обраточку. Сейчас мы юнитов бьем. А вот по заморозке видно, вот Фоба 2,8 секунды, я скажу вам, это довольно-таки неплохо. Но все, он улетел. Он просто улетел. Но это противники с отражалками. То есть, как видите, Зефир, когда у него много точности и нету отхила, и никто не снимает негативные эффекты, это печалька.
Так, вот мне еще, кстати, интересно, а будет ли работать он на орнитоптеров? Не, они Винвизи, он их не видит, к сожалению. Вот стан прошел. Вражеского зефира, к сожалению, он, ну, у него иммунитет к заморозке, то есть его не возьмет, например, если мы найдем вражескую зефирку. Но зато его берет стан. Смотрите, вот застанился. Но заморозка его не берет. То есть вариант вот новой эмблемы, которую я достал, ярость, и прокачал там себе 6 штук, я однозначно буду использовать на PvP локациях. Посмотрите на вражеского зефира. Он получает недомогание плюс стан. Он по сути там сделать ни хрена толком не может. Ну, у нас, конечно же, у нашего зефира нету отхила. Нас просто сольют. Что по пользе от питомца? Он очень хорош будет, он не будет, он и есть очень хорош на по локациях, таких как забытая, но я уже все попытки сегодня слил. Хорош на атаке фортов тоже будет, потому что очень много героев, которые летают. Вот та же самая вот Мэри. Видите, здесь нету очень много отражалки. Равно дома она дамажит и без отражалки хорошо. Ой, говорю, Мэри, это у нас оккультист. То есть большинство героев, очень мало героев, которые имеют иммунитет от заморозки. Можно даже, вот, если посмотреть на того же самого Ледяху, он тоже замораживается. То есть он попадает в заморозку. Там, не знаю, сейчас посмотрим, сколько. А, мы даже уже не посмотрим. Всех ушатал. А и услился тоже. То есть, видите, есть нюансы. Сейчас добавили лисичку, добавили и обновили скилл для Мэри. Теперь зефиры, если на ней будет стоять отражалка, будут просто сами себя убивать. Вот юнитов даже станем, видите? Настолько все круто. Действует скилл также вот на этих, на голубей. Ну, это, в принципе, такое. В большинстве случаев на PvP локациях лучше, чтобы они летели сразу к вам. Так, вот вражеский. Вон там тоже стоит Cold Drake. Так, вот голубь заморозился. Ух. Призрак, точнее. Мэри. Огник тоже. То есть в основном сейчас у нас от Фриза у кого такие иммунитеты есть от Фриза? У Зефира, насколько я знаю, даже никогда не заморачивался от заморозки. У нас иммунитета очень мало. Сичка. Тоже вот от заморозки. Да, вроде и так больше никого, вроде с такими иммунитетами нет. Я не помню, скажем так, чтобы очень много героев имели иммунитет к заморозке. Поэтому 2,8 секунды, ребят, с 5. Плюс, если добавить еще других суперпэтов, таких как львица, я на нее тоже сделаю обзорчик, поделаю вам обзорчики, то получается довольно-таки неплохо. Противники могут просто в вечный стан войти. То есть стан, парализовать, заморозка, окаменение, забор энергии. И по сути любой герой, он, хоть даже будет жив, он просто обычным ударом будет бить, он ничего не сделает.
То есть вот так вот. Такой вот супер пэт на максималке. Конечно, его прокачать до хрена надо всего. Но, скажу так, оно того стоит. Конечно, супер питомцы это плюс к атрибутам вашего героя. Возможно, даже есть смысл мне уже сливать эту всю точность, делать ему уклонение, чтобы по нему не попадали. Потому что точности ему больше не надо. Один супер питомец, вот если посмотреть, у меня у героя сейчас благодаря титулу у нас было 26. Считайте, ну так и он дает 7000. У него так 18. Можно свободно, плюс у нас от титула же еще идет. А если взять по снаряге, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Вот 12 тысяч. Есть ли смысл? Не знаю. Там 7 тысяч, в принципе, вполне должно хватать. 4 тысячи. Сейчас сколько у нас точности дает? Ну, 1700, 2000 здесь. То есть довольно-таки неплохо. Плюс там прорыв. Плюс 100, плюс 100. В итоге мы получаем нормальные, скажем, такие статы. Точность еще 1490. То есть хватает вполне. Возможно, нету смысла его сейчас на точность держать. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу супер питомца. Конечно, печально то, что очень дорогая их прокачка, но польза от них просто нереальная. Начиная от фарм локаций и заканчивая PvP локациями, они усиляют вашего героя фактически в два раза. То есть уклонение, там точность добавили, ну крит резист бессмысленно, и криты тоже бессмысленно. В основном есть смысл. Атака на хп там, ну такое, точность уклонения, точность уклонения, вот это плюс немножко атаки, смотря какой супер питомец. Ну, в принципе, он у вас будет универсальным. Но, конечно, опять же, наролить созвездие до хрена надо. А питомца наролить, его прокачать, а не наролить, тоже дофига надо всего. Но в итоге вы получаете очередную имбу, которая в PvP локациях, на фарм локациях будет очень вас спасать от летающих юнитов, героев. Например, если взять... Сейчас сделаем с вами диверсию. Даже вернем его обратно. Новый год. Пробуем одну тему. Один трек у нас остался. Вот видите, замораживает летающих. То есть плюс есть на волнах, плюс есть на разных локациях. Было бы круто, знаете, что если бы он замораживал наземных, а не летающих. Вот наземные некоторые бы автопрокали автоматами, получали бы от Дрейка обратку. Это реально было бы очень круто. То есть на фарм локациях, на угольной, очень крутой питомец. Плюс он дает вам дополнительно отражалку, то есть понижение входящего урона по героям, которая находится рядом с ним, вот в зоне его действия. И это, в принципе, довольно-таки неплохо получается. Сейчас у нас Дрейк может не всех ушатал, красавчик. Тут он на отражалке просто слетел.
максимальной сборки. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого суперпата. Всем удачи, всем пока.